экспресс-жарка. Жарим подосиновики. Немножко подберем. В отличие от лисичек. Все это жарится гораздо быстрее. Промываем. Заранее почистили. Особое внимание на качество грибов. Никакого червяка. Это у нас что? Сразу нет. Здесь все хорошо. Так, видите, достаточно крупно покрошено, но не окрошил. Сразу говорю. Вот. Ну, в принципе, ничего. Все это ужарится. Следующий этап это лук. Лук покрошен на сковородку. Еще раз. Лично мой рецепт. Сначала мы обжарим лучок до такой вот корочки. Вот, с растительным маслом. Так. Потом мы засыпаем сюда грибы. Отсыпаем грибочки. А всех луках. Все страшно, все хорошо. Вот всех луках. Помните, сделали. Засыпали. Грибочки. Подосиновички, молодые подосиновички. Посмотрите, все чистенькие, все замечательные. Завтра будет, кстати, царская жарка грибов белых. Молодых. Если что, вот они. Завтра будем жарить это. Да не хочу я отварю. Пожарить. Ну, наваливаем с горкой. Почему? Потому что жарится, в конце вы увидите, что произойдет вот с огромной сковородкой, с этими грибами. Закрываем крышечкой. Ну и курим бамбук пока. Грибочки буквально через сколько тут? 2-3 минуты прошло. Смотрим на газ. Вот примерно такой газ. Вот. Не надо ни больше, ни меньше. Ну, это я так делаю. Экспресс жарко. Ага, здесь красота. Вот они уже подходят. Значит, что здесь? Снимаем и перемешиваем. Замечательно. Ну, вот. Перемешиваем. Все, красота. Березовиков немного, но попадаются. Ну уж так для. Вот, конечно, говорят, что подосиновик лучше отваривать. Согласен, да. Мне в комментариях пишут по поводу: ой, ты отбросил самый смак, я проводу. Не бойтесь, отбрасывайте, потому что вот если мы вот это не отбросим, проверьте на своих грибах, вот, если мы вот эту вот жижу не отбросим, выкипает вода вот с тем, что внутри этой мути. И получается просто вот каша, клейстер там получается. Отбрасывайте смело, ничем не, как говорится, ничего не бойтесь. Вот, смело отбрасываем. Так, здесь у нас лимонад Буратино можно употреблять. У меня лимонад Жигулевской бочковой. Под грибочки замечательно. Вот. Лимонадик самый то. Пью Жигулевский бочковой лимонад. Вот. Вот, понимаете, если оставить все просто на... Ну, забыли, вот я вчера забыл, меня ругали, ну, не то чтобы не отбросил, пришел, уже вода выкипела и осталась более, ну, такая клейковатая жидкость. Клейковатая, и уже никуда не денешься, и уже грибочки такие, ну, тюреватые. Ну, вот, смотрите, отбросил, значит, я пару стаканов водички вот этой. Вот, и у нас каши нет. Вот, все замечательно. Все прямо чинно, блин. Да, убавил газ немножечко, чтобы их немножко перемешать, чтобы не так не сильно. Немножечко убавил газ. И жарим теперь на открытом воздухе, можно сказать. Не накрываем крышечкой. Так. Жигулевский лимонад. Подолжаем. Сейчас еще, может быть, чуть-чуть еще отброшу водички. Вот смотрите, даже на мелком газе у нас, в принципе, на мелком газе все замечательно, сковородочка разогрелась. Конечно, если бы была чугунина, как у моей бабушки, дедушки, папки есть, было бы гораздо лучше. Ну вот, вот видите, вот во что вот. Вот если бы мы оставили, вот это бы тюрь, она бы была вот так. И, ну, был бы просто, ну, вот как рис, да, и рисовая каша, и, например, тот же плов. Вот то же самое, что приятнее. Вот, все. Там, ну, я, конечно, повар, и учиться не собираюсь.
Я просто люблю готовить всякую фигню, которую кушают мои близкие с удовольствием. Вот так вот. Да, луку... Так, луку сколько на вот эту? Значит, лук примерно вот такая луковица. Вот такая луковица. И, наверное, половинку или две я положил. Да вот две таких луковицы, в принципе, достаточно. Вот на такую сковородочку. Да, видели, сколько было грибов, да, и как они ужариваются. Вот если положить немного грибов, там будет просто гонять, будете по сковородке одно это. Все, пока. Нет, не пока. Сейчас я еще конечный результат. Сейчас будем пробовать. И все. Немножко притомил их крышечкой. Притомил крышечкой. Вот, чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Сейчас еще немножко водички отброшу. И солим, едим. Сейчас, буквально через секунду. Две, три, один, два. Посолим. Да, отбросил буквально половинчик. Чуть-чуть осталось. Посолим. Сесняемся. Солим. Вот, посолим. Так, три раза, как и в тех видео. Про лисички. Посмотрите, смотрите, вот все хорошо, да? То есть никаких. Ой! Это вот засада. А мы ее сейчас едим. Черт! А вкусно? Немножко серенького. Но очень солененького. Блин, залетел в раз. Так, еще. Соли. Вот кто-то говорит, что вот лисички самые лучшие. Согласен. Вот когда грибы берешь и те их кто-то жаришь, они всегда самые лучшие. Самые лучшие просто грибы. Так. И очередная заповедь. Маленьким и больным и пожилым грибы есть нельзя. Грибы бесполезная пища. Грибы просто вкусная пища. Ни одна сковородка такая грибов не заменит вам нормального куска мяса. Да простят меня вегетарианцы и все остальные. Все, что говорят, что сколько-то грибов заменяет сколько-то мяса, все бред. Так, ну и еще чуть-чуть. Не бойтесь, пересолить, они все возьмут. Чтоб пересолить, это надо бросить. Все тут нормально. Ну, смотри. Ну, сейчас пробуем. Раз перемешал вот на медленном огоньке. Ну как-то так симпатично, все симпатично, все замечательно. Теперь главному дегустатору делаем дегустационные блюда. Вот как-то так, без разницы, любой берем. Попросили немножко, так как-то так. И так вот. Ну, может, так вот, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот, да. Очень рекомендую грибочки с малосольными огурчиками. Бамс, давайте два. Любит. Так, раз. Ну и, соответственно, помидорка левая. Вот эта помидорка нормальная. Помидорку. Так, ну и филочку. Вот так вот. Ужин и Олимпиада. Forever. Так мы принесли дегустатору под Олимпиадку наши грибочки. Ничего. Цепляй. Я подцепила. На соль вкусно. Непонятно. Цепани побольше. Ну, ножку. Да. А, симпатично. Очень вкусно. Ну что, лучше, чем вчера? Естественно. Ну, вчера, да, согласен. Вчера что-то у тебя нельзя, что-то вчера было. Ну, вчера просто некуда было. Каждый день есть грибы нельзя. Кому? Потому что грибы бесполезная еда. С огуречком. Вообще бесплатно. Ням. Молодцы. Сочет. С хлебушком, корочку. Ну-ка, ням. Вкусно. Угу. Точно. Может, ты просто на камеру говоришь? На какую? На мою. На камеру. Пока-пока.